называется она «Баллада о том, что все люди умеют летать». Посвящение Михаилу Анчару. И, в общем, я в этой песне попытался как-то заложить некое свое представление о том, что, какой смысл для меня, даже не знаю, как это сказать, для чего писать. То есть, как человек пишущий, как соотносится с тем, что он сам пишет. Достав чистый лист бумаги и глядя куда-то дальше, поэт написал 7 строчек, не зная пока о чем. Мигнула ночная лампа, и кто-то поет: давай же, вот продолжение, и водит его плечом. Слово идет за словом, сплавляясь в одно дыхание, и мечется странная птица в клетке 4 на 5. Осталось поставить дату, затем придумать название. Поэт, усмехнувшись, пишет: все люди умеют летать. Окно открывает настежь, затем ним рассвет, как обычно. Поэт засыпает рядом, с окном уронив листок. Планируют плавно вдоль дома стены кирпичной, пока не ложатся точно прохожему под сапог. Прохожий глядит на небо, под ноги читает украдкой, берет осторожно в руки, как будто птенца или мышь, затем, улыбнувшись, прячет ищет листок к себе за подкладку и, пару раз оглянувшись, взмывает до самых крыш. Поэт проснулся от шума, а солнце уже в зените. Откуда здесь столько чаек? Да нет ни чаек, людей. Пока он так просыпался, к нему поправляя китель, слетел участковый знакомый. Ну что, не слыхал новостей? Забыты метро и трамвай, машины стоят у обочин, все люди летать умеют. А ты что сидишь, чудак? Но сколько поэт не мучил свои знаменитые строчки, все люди летать умеют, и только он сам никак. Ах, что же ему поделать? Грустит он за темной шторой, но что-то его толкает и снова поет: пиши.